27 марта в Форштадтском доме культуры во второй раз отметили Навруз. Начало весны и Нового года у тюркских и иранских народов. Прошел он в формате фестиваля, приуроченного к 95-летию образования Верхнеуральского района. В мероприятии приняли участие татаро-башкирский ансамбль «Сандугаслар», город Верхнеуральск, сестры Гибадатовы, форштадтское сельское поселение, казахский национальный центр «Акжаик», город Верхнеуральск, и казахский национальный центр «Жастар», Петропавловское сельское поселение. В первой части праздника всех собравшихся поприветствовали исполняющие обязанности начальника отдела культуры Юлия Авраменко и специалист отдела культуры Светлана Шадрина. Еще до начала мероприятия они посетили каждый национальный уголок, пообщались с коллективами, узнали о кухне и традициях. Мы уже успели пройти, попробовать ваши старания, ваши умения. Низкий вам поклон, большие чудесницы. Недаром спрашивала, сколько по времени занимает приготовление традиционных блюд. Узнали много нового, как хорошо вы знаете вашу традиционную кухню. Хочется пожелать, во-первых, рады видеть всех, и хочется пожелать, чтобы год от года на нашей форштадтской территории, гостеприимной, хлебосольной, которая приняла нас сегодня, этот праздник стал традиционным, и чтобы все наши поселения участвовали, чтобы между нами был всегда мир. Участники коллективов также поприветствовали друг друга, поздравили с праздником, говорили теплые и добрые слова. Зажигательными песнями желали друг другу мира и здоровья. Представители Петропавловского дома культуры приехали на праздник во второй раз. Они отмечают, что в таких мероприятиях должны принимать участие все поселения Верхнеуральского района. Это очень сплачивает людей. Мы узнаем о новых блюдах, о новых традициях, о новых каких-то вот моментах таких, которые нам неизвестны. Мы же живем бок о бок и в чисто бытовом плане общаемся друг с другом. А здесь праздничное настроение, совсем другая атмосфера. И у нас сегодня тоже хорошее настроение. И у нас сегодня тоже родилась идея создать центр казахской культуры «Жастар». Потому что у нас очень много проживает казахов. Они народ дружный, приветливый. И я думаю, что такая идея им будет по душе. И мы тоже будем сохранять и продолжать и приумножать традиции казахского народа. Продолжился праздник в зале ДК, где со сцены артисты могли исполнить свои любимые песни на татарском, башкирском, казахском, русском языках.
Уральского района свято чтят традиции своих народов. Вокалисты поют песни, которые они узнали от своих родителей, бабушек и дедушек. Среди певцов российской, татарской, башкирской или любой другой эстрады существует тенденция оживлять песни прошлых лет. Большое число исполнителей придают новый окрас старым песням, осовременивая аранжировку. Одним из таких исполнителей является популярный певец башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, известный под псевдонимом как Элвин Грей. 30 марта в концертном зале филармонии города Училы Республики Башкортостан состоялся его сольный концерт, который посетили представительницы татаро-башкирского ансамбля «Сандугаслар» из Верхнеуральска. Вокалистки слушали исполнителя с особым трепетом, так как в его репертуаре есть песни, которые исполняют верхнеуральские соловушки. Артистки отмечают, что посещать такие концерты очень важно. Из них можно подчерпнуть для себя что-то нужное, окунуться в ностальгию по своему детству, просто отдохнуть и зарядиться положительными эмоциями.